Вопросы межрегиональных и межнациональных отношений, а также участие ингушской общины в социальной жизни региона обсуждалось на встрече постоянного представителя Ингушетии при президенте России Алихана Цичуева с губернатором Орловской области. Во второй декаде сентября в Орловской области намечены Дни культуры Ингушетии, в рамках которых жители этого края смогут попробовать блюда ингушской кухни, а также увидеть выступления творческих коллективов. Участники встречи поговорили о том, как живет и учится в области ингушская молодежь. Алихан Цичуев высказал свои пожелания по поводу того, что выпускникам орловских вузов и СУЗов лучше было бы проходить практику в регионах Центральной России. По мнению постпреда, это станет для них бесценным опытом, который молодые специалисты смогут использовать в Ингушетии. Далее делегация встретилась с ингушской общиной, постоянно проживающей в Ростове. Участники встречи отметили, что ингуши, оказавшиеся за пределами малой родины, должны всячески содействовать улучшению межнациональных отношений.